Йо, братва, с вами я, Туркиниксы, и сегодня я наконец-таки прокачал навык на фермере и хотел бы вам показать работу тракториста и стоит ли на нее убивать так много времени. Я, честно скажу, проехал один круг и довольно-таки сильно разочаровался, так что давайте я вам сейчас все покажу. И за один круг, который длится, я все рассчитал, он длится 4 минуты, и получаем мы 60 очков фермера. Давайте, значит, поскорее уже начнем, чтобы не тянуть время. Хочу ролик сделать как можно быстрее и как можно информативней. Принцип довольно простой. Мы просто едем сначала по одному полю по кругу, потом по второму, и маршрут у нас уже кончается. За каждый маршрут мы получаем всего лишь 500 баксов, но я скажу, что эта работа точно не для вас, если вы хотите заработать. Эта работа скорее так, для траты своего личного времени. Также я подсчитал, чтобы прокачать комбайнера, который уже получает 1100, нам придется потратить около 3,5 часов своего личного времени. Это если не прекращать играть, чисто вот сидеть и играть и играть. Если этот видос наберет хотя бы 30 лайков, то я обязательно потрачу это время и таки качну комбайнера и покажу вам, стоит ли его качать и вообще стоит ли ферма всего этого убитого времени. На тракториста у меня ушло около 3 дней, потому что я играю довольно-таки немного. Ну, в среднем я играл где-то по часу, по два на ферме. Так что считайте сами, где-то часов 5 я убил. Еще, кстати, я пользовался одной такой фишкой, как очень быстро качнуть навык на ферме. И если вы хотите, чтобы я слил это, то напишите в комментарии, типа, да, Туркин, давай, покажи нам, как быстро набирать навык на ферме. И если вас это заинтересует, то я, конечно же, все это вам покажу. Но мне кажется, на ферму вообще не стоит убивать времени, так как есть рыбалка. А об рыбалке вы можете посмотреть в моем предыдущем ролике, и я уверен, что вас она заинтересует. Ну, в общем-то, мы уже почти проехали весь наш круг. Ну, как сказать, круг. Уже, наверное, круг третий или четвертый едем. Но, можно сказать, мы уже почти все поле вспахали, и нас сейчас должны отправить на второе поле. Вот на то вот. И там по такому же принципу придется работать. Я вам не буду это все показывать. Вот просто засекем время, что 47 минут, ну, можно сказать, ровно 47 минут, мы начали наш маршрут. И вот уже за 2 минуты мы проехали одно поле, и сейчас за 2 минуты проедем второе. Вот если честно, когда я прокачивал тракториста, я ожидал чего-то намного большего. Я думал, что я начну хотя бы вот более уже менее зарабатывать бабки, но очень сильно разочаровался, потому что как бы мы около 3-4 часов своего времени убиваем для того, чтобы получать по 500 баксов за 4 минуты. Мне кажется, это не вообще не хорошая идея. Админам стоит хотя бы поменять там 1000 на 2, может на 3 даже. Но 500 баксов, это же так мало. Вы сами поймите, вот есть та же рыбалка, которая доступна с первого уровня, и за час на ней можно до 160 тысяч зарабатывать. Представьте себе, а тут я 500 баксов за 4 минуты. Значит, это получается где-то за час у меня будет уходить. Ладно, давайте от силы 20 тысяч за час. Представьте себе, это как мало. Это два рейса на маршрутке. Всего лишь два рейса. А тут за целый час. Ну, я не знаю, может, комбайнер будет как-то получше, но что-то мне своего времени просто так убивать неохота. И, как я уже говорил, давайте наберем 30 лайков, и будет вам комбайнер. Ну, а мы давайте дальше поедем, потому что уже почти конец, и сейчас нам придется возвращаться. На новую работу нам надо будет набрать аж 3200 навыка. Я посчитал, что это около 212 минут, а 212 минут равно 3,5 часа. Ну, в общем, вот он наш конец. Тут уже куча тракторов стоит, которые разочаровались в этой работе. Давайте посмотрим ферм, сколько у меня кащунка, 620 очков. И вот 3200 очков на комбайнера. Нет, друзья, я не знаю вообще, вот, если честно, не тратьте время на это. Лучше сходите, поработайте где-нибудь на рыбалке, либо на какой-нибудь другой работе. Ну, а работа трактора, она вообще ничего не значит, особенно здесь, потому что, ну, действительно ни о чем. 500 баксов это копейки. В общем-то, если вам понравился мой ролик, пожалуйста, поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал. И если это видео наберет 30 лайков, сделаю для вас работу комбайнера и убью очень много своего времени. Ну а с вами был я, Туркин Икс. Всем пока-пока.